Первая в своем роде научно-практическая конференция «Гастроэндо-2019» прошла 1 ноября на базе Центральной клинической больницы в Москве. Это совместная конференция врачей разных специальностей, посвященная актуальным проблемам гастроэнтерологии. Здесь освещаются и актуальные вопросы терапии и диагностики, рассматриваются вопросы, как лечить дисбиоз кишечника и что это такое. То есть самые разнообразные проблемы, с которыми сталкивается именно практический врач. По мнению участников конференции, среди которых ведущие гастроэнтерологи страны, такие мероприятия полезны и познавательны в первую очередь для врачей первичного звена. Гастроэнтерологи понимают проблемы эндоскопистов, понимают, что, то есть, было рассказано, как следует трактовать их заключения, то есть насколько они информативны. Эндоскопическая патология, она была освещена очень глубоко. В каждом докладе, представленном на конференции, так или иначе затрагивались проблемы взаимодействия гастроэнтеролога и эндоскописта. Такое междисциплинарное взаимодействие невероятно необходимо для эффективного лечения, ведения пациента, поскольку мы имеем большое количество проблем на разных этапах взаимодействия пациента, гастроэнтеролога, гастроэнтеролога-эндоскописта, что приводит к явному снижению эффективности этого лечения. Кроме вопросов эндоскопии в гастроэнтерологии, на конференции освещались современные возможности медикаментозного лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. На конференцию пришел, чтобы узнать новые схемы лечения, потому что очень много же препаратов рекламируют, а насколько они эффективны. Прошедшая конференция «Гастроэндо-2019» аккредитована в системе НМО и направлена на внедрение стандартов эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта в клиническую практику.